приветище! Это Порти. 12-й день в Порти, а это означает, что сегодня день рыбака. Мы пойдем с тобой рыбачить. День рыбака продлится у нас 2 дня, а это означает, что пришло время сделать себе удочку. Пойдем на улицу. Для удочки, в принципе, у меня вроде все было готово. Да, вот. Так что мы сразу с тобой делаем. И отлично, удочка у нас теперь есть. Надо посмотреть запасы червей. Что у нас там по червям с тобой? Какая же рыбалка без червей, да? Червей у меня здесь нету, надо посмотреть в сундучке. Где сундук у нас? Вот он. Червячки, 13 штук, точно! Нам же за то, что мы для парнишки сделали удочку, он нам подарил червей. А еще я заметил, что у меня в сундуке была удочка. Неужели мы ее делали с тобой? Вот черт возьми, новогодние праздники, вся память перепуталась. Ладно, одну удочку я продам. Придется нам с тобой сделать еще один сундучок. Потому что места у меня совсем нету, как обычно с этим бывает. О, даже сам сундук мне не поместился в инвентарь. Еще один лупанем вот сюда вот. Отлично. Ну вот, место мы с тобой освободили. Бегом бежим с тобой на рыбалку. Хотя подожди, надо посмотреть почту. Наверняка там есть письмо по поводу рыбалки. Ага, действительно. Так, от мэрии. 19 числа этого месяца отмечает День Яркого Солнца. Чтобы принять участие в празднике, пожалуйста, подготовьте подарок для жителей города и отдайте его мэру Гейлу до 18 числа. В день праздника мы сбросим подарки с дирижабля. Заранее благодарим. Вон ну чё. Подарки подготовить. Еще одна задачка прибавилась. Ладно, фиг с ним, бежим на рыбалку. Если честно, то сейчас бы не помешал автобусик. Потому что бежать недалеко... Вон до того водопада. Смотри-ка, какая-то лавочка. А, это остановка для автобуса. Тут можно посидеть, подождать его. Ух ты, нифига себе, там крабов. Гусеницы на парашютах или что это? Морской еж с зонтиком. Фига себе. Тут народу-то сколько. Обалдеть. Папа-медведь в халате носится тут. Пауль, Арла, Петра. Чё тут все делаете? Надо рыбачить, а не прохлаждаться. Это, видимо, кубок, что ли, тут или что? Обменять награду. В общем, ладно. Не будем мы долго ждать. Закидываем удочку. Только куда? Рыбы-то я тут не вижу. Вот, рыба моей мечты. Начинаем рыбалку. Ну что, закидываем? Давай, рыбка. Ловись, большая или маленькая. Готов? Поймал, поймал, поймал. Теперь тянем, тянем, тянем ее. Не порви мне леску. Есть! Первая рыба поймалась. Это золотой лосось. Неплохо. Ты из голды за нее могу выручить. Следующая рыбка это ржавая железная трубка. День рыбака. Финиш. Блин, я только разогрелся. О, крупную рыбу поймал. Какая большая. А ну иди ко мне, пупсик. Ой, сорвалась. Черт. Ладно, я тебя сегодня попытаюсь вытащить. Ну, с маленькими все понятно. Я их сейчас быстренько вытащу. Еще один золотой лосось. Давай, большая, клюй. Не получилось что-то у меня. Есть, опять снова большую поймал. Оп. Сейчас я ее вытащу по-любому. Давай, 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 давай. Тихо, не. Какая она резвая, это ж капец. Буйная прям. Ну, правильно, большие рыбы, они всегда такие. Почти к берегу ее подтянул. Осталось чуть-чуть. Воу, чуть не сорвалась. Это было близко. Ну давай, 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 давай. Рыба. Это как раз та рыба моей мечты, которую я хотел поймать. Капец. Есть! Голиаф. 350 голды. Чума. Снова ржавую железную трубку вытащил. Прикольно, что за рыбалку опыт тоже дается. Снова огромного голиафа зацепил. Сейчас будем вытаскивать его по-тихому. Давай, попсик, ты от меня не уйдешь. Есть! 150 сантиметров, голиафчик. Нормальненький такой. Снова ржавая железная трубка попалась. Уже нафиг стемнело. На сегодня это последний голиафчик. Пора уже сматывать удочки и валить домой. Все! Наконец-то. Хватит рыбачить. Давай посмотрим. О! А тут, в принципе, уже и никого нету, я один тут остался. Великий рыбак. Блин, надо было подойти вот сюда вот и подать заявку на участие. Вот я вафля, я пропустил все. Участие можно принимать с 8 до 15 дня.
Я просто так сейчас прорыбачил. О, капец. Что за награда-то хоть есть? Шляпа рыбака, куртка рыбака. Блин, тут прикольные всякие штуки. Да уж, день на смарку. Ладно, пойдем дрыхнуть. Быстренько встаем и сразу же бежим, а нет. Хотя пока добежим, уже будет 8 утра и нормально. Опа. Доктор Сю, привет. Так, ты новый мастер, да? Я слышал, ты из Зеленого Взгорья. Здесь в Портии климат куда более влажный. Тебе придется привыкать к сырости. Да чё я справлюсь, ничего страшного. Все в порядке. У нас есть рецепт, который поможет справиться с местным климатом. И чё за рецепт? Тебе понадобится немного молока, золотой лосось и соль, чтобы приготовить крем-суп из лосося. О, так у меня это все есть. Но как мне его приготовить? О, возможно, тебе не на чем готовить. Поговори с дамами из исследовательского центра. Они могут помочь. Ну, окей. Будет время, добегу. Ты видел, он исчез. Это был призрак, наверное. День рыбака. Начало. Здорово. Я сейчас добегу и начну. Здорово, братья! О, с Гейлом можно поболтать. Гейл, здорово. Я насчет подарка. Что-то тут есть. Что бы такое подарить? Как насчет баночки королевского меда? Принять. А, еще один подарок без души. Ну, найду где использовать. Это вообще-то не тебе, это горожанам. Уверен, что в Зеленом Взгорье День Яркого Солнца празднуют немного по-другому. Здесь традиция с дирижаблем продолжается уже почти 40 лет. Думаю, она появилась, когда кто-то прыгнул на статую Ярока и начал бросаться клюквенными леденцами. Фига себе. Подарок на праздник выполнен, отлично. Отделался от этого всего. Марс что тут предлагает? Марс, у тебя что тут за тусня? Давай поболтаем. Зонты важны. Он хочет, чтобы я ему зонтик, наверное, сделал. Нет, спасибо, у меня сегодня важный день, у меня рыбалка. Вот, наконец-то, участвовать. Заплатить 200 голды, чтобы принять участие в турнире, это займет 3 часа, потребуется 15 единиц энергии. Блин. Мне бы хотя бы кто-нибудь предупредил, что это денег стоит. Как насчет продать что-нибудь? Я могу? Я здесь не могу продать, я не могу принять участие в турнире. Блин, ну вот я лошара, а, вообще капец. Че, побежали в город быстренько сейчас? Денег насобираем, что ли? Хотя какой город, если все тут тусят? Так, так, так. Я думаю, что я сам себя обслужу сейчас. Заходим. Подбегаем к кассовому аппарату. И втюхиваем все, что у меня есть. А у меня, в принципе, ничего нету. Боксерская, 6 голды, вообще маловато. Дерево, 24. Блин, я сейчас походу... А что насчет Голиафа? Они же стоят дофига. Точно! Давай-ка я продам один. И вот и деньги появились. Шикардос. Бежим срочно обратно. На рыбалочку. Я деньги принес, подождите, не начинайте без меня. Сейчас я взнос внесу. Участвовать. Заплатить 200 голды. Да-да-да, я заплачу. Принять. Ну что, все? Все. Соревнуха началась. Только у меня червей маловато. Что произошло? Погнали. Так. Клюй, мне нужны голиафы. О, какая-то новая рыбка, смотри. Единорог. Мне тут кто-нибудь гусениц продаст? Мне гусеницы нужны. Есть одна рыбка поймана. Императорская рыба, фига себе. Ну, это золотой лосось, мы видели таких. Так, это последняя гусеница, я снова поймал на нее лосось. Да кто-нибудь, продайте мне червей. Есть здесь кто продает червей? Закончить? Не-не-не-не-не, мне черви нужны. Подожди, куда ты побежал? Чудик! Да что произошло? Почему ты не слушаешься? Куда ты бежишь? Что-то все зависло. О, отвисло, отлично. Дайте кто-нибудь червей. Есть у кого черви? Ува-ува-ува. Видимо, все. Не порыбачу я. Все пошло через пень-колоду. Ладно. Принять. Итак, смотрим. Общий счет у меня 230. И какое место я занял? Фига себе, я второе место, что ли, занял? Обалдеть! Награда за второй ранг. Значок рыбака, рыба с беконом, крем-суп из лосося, острый рыбный суп. Ну, в принципе, я немного потерял, если бы занял первое место. Просто бы значок рыбака
10 штучек было. Так, вот, я все это получил, все значки, и теперь я их могу обменять вот здесь вот. 10 значков, блин. Даже не на что обменять. Что это такое? Карповый флаг, шарик с рыбкой, король рыбалки. Медаль, которую дают только лучшему рыбаку. Может, тут бы приманки хотя бы придавали, а? Ясно. Все ясно. А у нас там еще будут дни рыбалки? Давай посмотрим по календарю. Да, будут. В следующем году. День рыбака закончился. Ну, я как раз отсюда сваливаю. Ой, все за мной бегут. Вперед за мной! Я покажу, куда надо бежать. Ко мне на стройку. Все будут сейчас помогать мне строить мост. Ты только посмотри на меня. Я нашел шляпу, и теперь я такой прям брутал. Настоящий искатель приключений, ё-моё. Бежим скорее делать мост. Я думаю, что сегодня мы его наконец-то доделаем. Ну, насчет доделаем я, конечно, замахнулся. Но сделать основную часть как минимум должны. О, письмецо есть. Ну-ка, зачитаем. От мэрии. Здравствуйте, уважаемый житель. Как вам всем известно, в городе сейчас нет парикмахерской. О, кстати, точно, я про нее совсем забыл. Мы же с тобой тогда в нее ломились, но так и не попали. Санва так и не оправился после того, как его дразнили из-за цветовой слепоты во время соревнования парикмахеров. Я думал, лучший врач – это время. Но недавняя с ним беседа показала, что это далеко не так. Поскольку в городе больше нет других парикмахеров, я надеюсь, что кто-нибудь поможет Санве снова обрести уверенность. В такие времена мы должны помогать друг другу, и особенно я не хочу, чтобы стрижку мне снова делал Каст. Мэр Гейл. Вот такие-то дела. Теперь я понимаю, почему парикмахерская закрыта. Надо бы поискать этого Санва, поболтать с ним, может, я смогу его как-то переубедить. Но пока мы бежим с тобой в исследовательский центр. Добрый день, Петра, Мерлин. Я хочу посмотреть, на что я могу обменять свои диски. Стойка для оружия. Давай купим одну штуку. И сразу ее прочитаем, эту книжечку. Отлично, рецепт изучен. Кстати, я никогда не поднимался на второй этаж. Давай сбегаем, посмотрим, что там. Огромная дверь, которая, скорее всего, закрыта, да. Она закрыта. Ладно, тогда пойдем к автомату, который все ремонтирует. Мадам, простите, я не вас хотел взаимодействовать. Я хочу взаимодействовать с вашей машиной. Вот. Так, старый термос я почти могу починить, за исключением того, что у меня нет одной детали. Это нижняя часть. Летающая лошадь, с ней вообще все плохо. Блин, я так ничего не собрал нормально, да? Утро следующего дня. Уже 16-й день, я все никак не могу этот мост долбанный доделать. Ну, сегодня, по крайней мере, я уже смогу сделать основание. Вот, основание. Мы его строим. Сейчас я буду сюда вкидывать кирпичи. И бронзовые плиты. Плита готова. Кирпич раз. Кирпич два. Три. Четыре. А. Еще вот тут основание надо вкинуть. А так вот. Наконец-то основание моста готово. Все, мы это дело забираем. Теперь нам нужно снова сделать деревянный подъем моста. Для него у меня, в принципе, все готово, за исключением трех медных трубок. Ну, я думаю, это не будет проблемой. Значит, кидаем сюда крепкие доски. Раз. И 20, я хотел сказать, но не хватает дерева. Точнее, не дерева, а медной трубки. Ладно, сейчас делаем. Медная трубка у нас вытачивается на точильне. Вот, две трубочки у нас будет сейчас. Две. Нам нужно три, но у меня одна в запасе где-то есть. А, у меня даже две в запасе, нифига себе. Ну ладно, ждем еще одну медную трубочку. Она сделается у нас через 1 час 49 минут. Ну вот, я просто просмотрел на этот станок целый час. И тут все, в принципе, сделалось. Отлично, у меня теперь достаточно медных трубок, чтобы доделать основание. А так, ну все, мост готов. Осталось только его установить. Скорее бежим туда. Я поверить своим глазам не могу. И своим ушам, и рукам. Наконец-то, спустя 16 дней... Не умею обращаться вообще ни с чем. Учитывая даже, что я не плотник, я наконец-то завершу этот мост. Размещаем основу. Вот. Замечательно. И размещаем подъем моста. Но ты глянь.
Ай да красавчик, ай да молодец. Я, правда, уже тут нагадил. Оставил свои грязные следы. Но ничего. Что это у нас тут лежит? Собрать. Резина. Вот так-то. Резину тут нашли. Кто у нас здесь обитает? Ух ты, какие камни мощные. Я могу это добыть? Не, не могу. Ой, крабика задел. Ой-ой-ой, крабик на меня обиделся. Ладно, где моя там бита? Давай, драться будем. Ого, как я могу. Я кунг-фу, нафиг, на, получай. Будешь знать, как на больших здоровяков нападать. Монетку, мясо получил и что-то еще. А, резина была. Не, этот краб просто отходит. Короче, я хочу попробовать еще раз сломать этот. Нет, нужна кирка получше. Алмазную вот эту штуку я разбить не могу. Давай походим, посмотрим. О, это кто? Что это за жучар такой? Краб-улитка. Прикольный, забавный. Ну что я могу сказать? Пойдем к мэру. Похвастаемся ему. А, точнее не к мэру, а к Антуану. Скажем, что мы закончили мост. Гильдия Порти. Заходим. Антуан, ты где? Это Персил. О, доска поручений гильдии. Давай посмотрим. Давненько я сюда не заглядывал. Поручение гильдии. Мне нужно 6 волоконная ткань. Пожалуйста, помогите с этим поручением. Спасибо. Ограничение по времени. 5 дней. Волоконная ткань. Не умею делать. Пока откажу. Клиника доктора Сю нуждается в следующих предметах. 5 медные слитки. Пожалуйста, выполните это поручение. Спасибо. Ну, медные слитки это ерунда. Принять. Дом нуждается в следующих предметах. 2 медных лезвия. Ну, в принципе, это не проблема. Сделаем. Вы больше не можете принимать поручение? Вот, блин. Надо выполнить одно поручение. Хорошо. А, вот он и Антуан. Антуан, здорово. Excellent work. Отличная работа. Вот твое вознаграждение. Спасибо. Фига себе, 1800 голды мне заплатили. Репутация с городом у меня поднялась. Отлично. Ну что, мы наконец-то закончили строительство моста. А это означает, что мы наконец-то в полной мере сможем погрузиться в Портию. И начнем самостоятельно развивать нашу мастерскую. Если тебе нравится Портия, то с тебя лайк, подписочка. И увидимся в следующем видео. Пока.